Вулкер планирует посетить Украину в середине мая. Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Вулкер отметил, что нарушения режима прекращения огня на Донбассе продолжаются все время. Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Вулкер планирует в середине мая посетить Украину. Об этом он заявил на пресс-брифинге в Вашингтоне в пятницу, 13 апреля. Передает «Голос Америки». Нарушения режима прекращения огня продолжаются все время. Каждую ночь применяются ракеты, минометы. Время от времени срываются поставки воды, электроэнергии, прерывается мобильную связь. Нормальная экономика в регионе полностью нарушена. Есть чрезвычайные экологические издержки от конфликта, и они ухудшаются. И в сути на месте ничего не меняется годами, минимум 3-5 года, сказал Вулкер. Спецпредставитель заявил, что ситуация в Украине не является результатом внутреннего конфликта в стране, гражданской войной или этническим конфликтом. Это, ситуация в Украине, результат того, что Россия вторглась и оккупировала территорию Украины. На востоке Украины они основали так называемые народные республики, образования, не соответствуют украинской конституции, и которые не были созданы людьми там, отметил он. По словам Вулкера, РФ полностью контролирует военных на неконтролируемых правительствах. Территориях на востоке Украины, а также местные политические образования. В Украине опасно там, где есть солдаты РФ, Вулкер. Напомним, ранее Вулкер заявил, что Россия и подконтрольные ей сепаратисты должна прекратить запугивать сотрудников миссии АПСИ на Донбассе. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://tmi-korrespondent.net по материалам сайта newsgro.com.